Композиция совершенно в другом стиле. Есть такой на далеком западе, к которому непонятно сейчас уже как относиться. Но есть там такой коллектив замечательный, который называется Орегон, который совместили в своем творчестве индийскую музыку, средневековую классику, джаз и поп-арт, авангард, я не знаю что. Они уже все сделали, что можно было сделать в соединении различных музыкальных культур и жанров. Но вот такое получилось посвящение, которое называется «Орегон». Thank you.
саксофоне. Спасибо. Сейчас мы сыграем еще одну композицию с нашей пластинки «Удивительный город», который называется «Альказар». Если кто не знает, что такое «Альказар», это практически в каждом испанском городе есть дворец, в котором жил сначала эмир или шейх, и потом, когда испанцы победили мавров, там стали жить короли. Они не разрушили эти здания, они их даже приукрасили, достроили. Какие-то красивые очень вещи уже в европейском стиле. Но название так и осталось. Эти дворцы называются Альказар.
Сейчас я хочу внести такую приятную струю в этот вечер, потому что, как ни странно, в ночь на 13-14 родился мой старый друг, замечательный человек, которого зовут Олег Любишев. Олег замечательный друг и большой любитель вот такой вот нашей неформатной музыки. И я хочу пригласить на сцену своего старого-старого друга. Это очень уважаемый человек в музыкальном мире, педагог, виртуоз, заслуженный деятель искусств России, человек, который организовал огромное количество гитарных фестивалей в нашей стране. Его зовут Михаил Суджан. С Михаилом мы решили сыграть добрую старую композицию Билли Кабама, которая называется «Стратус». Thank you.
Михаил Зуджан. Сейчас на смену замечательному, известнейшему, великолепному Михаилу Зуджану выйдет уникальный певец, композитор, аранжировщик, человек-оркестр, мой большой друг, с которым мы записали в свое время две пластинки «Джем на двоих 1», «Джем на двоих 2». И уже лет 5 готовим пластинку «Джем на двоих 3». Еще пару лет, и она выйдет на экраны всех телеканалов. Вы уже, наверное, догадались, что сейчас выйдет на сцену Сергей Манукян. Я не хочу мешать, потому что Сергей играет сразу за все партии, всех инструментов, существующих в мире. А также поет всеми голосами всех любимых исполнителей. Но Сергей Манукян – это Сергей Манукян. Он единственный и неповторимый. Добрый вечер. Я очень рад, что сегодня такой вечер моего друга Славы, с которым мы очень много играли, разную музыку всякую, и причем мы играли и дуэтом, и в квартете, и в общем у нас есть разный опыт играть музыку. Замечательного певца и пианиста. Вы прекрасно знаете этого человека, и когда я сейчас спою песню, которую он спел, вы сразу узнаете, о ком идет речь. Unforgettable.
Лицезреть и слушать после этого концерта всю ночь до утра. Это называется «Удивительный город». Игорь – замечательный пианист, композитор, с которым мы выпустили дуэтный диск, который называется «Шкатулка сюрпризов». Игорь сделал аранжировки, и мы записали пластинку «Шопен в Африке» и работаем с этим проектом не только в России, но и за рубежом. С Игорем мы сыграем композицию, которая называется «Грёзы любви». Thank you.
России! И в заключение нашего первого отделения мы сыграем композицию, которая также вошла в альбом «Удивительный город». Она называется «Свежий квадрат». Thank you.
Слава Кирсю! Закон! Леша Лебедев, брат Виталий. Вячеслав Горский. Спасибо вам огромное. Давайте сделаем небольшой перерыв. Итак, мы начинаем второе деление нашего праздничного шоу, посвященного выпуска нашего диска замечательной компании ArtBeat, который является как бы синонимом всего нового, продвинутого у нас в стране, который выпускает диски редких музыкантов и молодых, очень интересных, талантливых людей. В общем, это уникальные люди. Уникальный человек Сергей Халин, который это поддерживает. Уникальный человек Николай Пикачук, продюсер, мой приятель. И, конечно, все это, так сказать, сверху горит образ, символ моего старого друга и учителя Алексея Семеновича Козлова. Так что большая честь выступать на этой сцене и представлять новый альбом. И вот подъехал мой большой друг, замечательный музыкант, человек фантастической судьбы, я считаю, лучший блюзовый гитарист в нашей стране. Я очень люблю с ним музицировать. Его зовут Ливан Ломидзе. Ливан Ломидзе и группа Blues Cousins. We'll be right back.
Следующая вещь называется «Джонни Би Гуд». Следующая вещь называется «Как настроение сегодня? Все хорошо?» Thank you.
Солженицын! Солженицын! Слава Ильменко! Константин Кириленко! Бабловска! Я только хотел сказать Костя, а он Константин. Группа «Аплодисказин» Слава Ильменко! Это что-то отдельное. Букет от Олега Любишева, от его дня рождения. В пользу нашего диска и нашего концерта. Олег, спасибо! Это что-то невообразимое. Сейчас я хочу пригласить на сцену Сергея Манукяна. И он уже не в гордом одиночестве будет, а мы с ним сыграем дуэтом одну известную композицию группы «Битлз». Thank you.
Get all his number plans for nobody.
Сергей еще появится чуть позже в этом же отделении. Я намекаю, что третьего, наверное, не будет. Сейчас я хочу объявить следующую композицию, в которой участвует Игорь Горский, Алексей Лебедев, Руслан Габитонов. Композиция называется «Сальса летнего вечера».
Приходский! Любимых композиций. Ее написал Игорь Горский. Называется она «Элегия». Это дуэт.
Чайковский! Лилия! Игорь Горский! Игорь Горский! Сейчас будет такой интересный джем с группой Blues Cousins. Ливаном Ламидзе выступит Сергей Манукян. Go!
объявляется финальная композиция. Называется она «Московская самба». В ней участвуют Михаил Суджан, гитара, Светлов, Текучев, саксофон. На барабанах играет Сергей Манукян. Руслан Габидонов играет на дарбука. Алексей Лебедев, бас-гитара. Игорь Горский играет на рояле. А я играю вот на этой. Она сама играет. Итак, «Московская самба».
Святослав Тихачев. Игорь Вячеславович Горский. Сергей Владимирович Манукян. Руслан Капитанов. Лиман Ломидзе, группа «Плюс Казанс». Они нас слышат. Вячеслав Горский! Группа «Квадро» и компания «Орбит» поздравляют вас с наступившим уже 2015 годом. Любви нам, терпения и моря удачи. Мы вас любим. До свидания. Shade of Pale.
Игорь Горский. Чемпион рояля. Руслан Капитанов. Драмбер. Универсал. Number one. Алексей Лебедев. Любимый и лучший in the world. Группа Quadro. Спасибо вам огромное. Спасибо Сергею Халину, выпустившему этот альбом. Спасибо Николаю Богачеву, продюсирующему этот альбом. Спасибо компании Artbeat. Спасибо Райку. Спасибо клубу Алексея Козлова. Приходите всегда на наши концерты. Мы вас любим. До свидания.